Так, вот такой вот у нас калашик получился. Давай, стреляй, стреляй по ним. Давай, Гифи. Давай, фигач, 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 давай. Один челик скрафтил БТР. Можно в нем, кстати, покататься. Блин, смотри, чувачки, по вертолетик сделали. Вот как выглядит сам УАЗ. О! О, какой замечательный день. Да, но только это Майнкрафт, и он не может быть замечательным. Так вот, чуваки, всем привет. Я тут достроил немножко свою хату. Теперь тут появились стекла, мне один челик одолжил. И сделал вот такие дверки. Так, и сейчас что я хочу сделать? Так, аккуратно спущусь. Сейчас я хочу сделать... Бля, у меня мышка лагает. Сейчас я хочу сделать оружие, а потом уже поставить верстак с крафтом техники. Собственно, зачем я вышел из дома? Надо зайти обратно домой и взять верстачок. Так, верстак здесь, и, собственно, пошли уже в оружейку. Там уже я видел до записи, там челики уже наставили всяких столов для крафта, оружия, прочей фигни для брони и всякого такого. Сейчас даже покажу. Вот, смотрите, тут американское, тут на это не нажимать лучше. Вот, на эти я не хочу нажимать, а вот это вот работает. То есть это с русским оружием сделаю я, пожалуй, себе. Сделаю я пока себе АКМ на первое время. Оба, все, АКМ готов. Теперь сделаю патрончики. Их надо, так сказать, разархивировать. Получается 75 патронов. И уже из этого делаем магазин. Все, два магазина готовы. Еще, пожалуй, патронов сделаю. Вот, отлично. Получилось у нас раз, два, три, четыре, пять. Пять магазинов. И давайте немножечко затестируем. Вот, например, на вот этом свинопауке. Так, вот такой вот у нас калашик получился. Давайте проверим, со скольки пуль умрет наш свин-паук. Ой, блин. Ну, кстати, достаточно быстро умирает. Вот, для этого всего лишь понадобилось 17 пуль. В принципе, нормально. Надо еще ночи дождаться и уже будет пострелять по всяким хреням. Но выпуск-то не об этом. Выпуск-то о технике, поэтому давайте поставим стол для крафта техники, оба. Так вот, сколько всякой техники интересной, тут всякие хаммеры и всякая фигня. Кстати, что-то он как-то дешево крафтится. Так, ну, в принципе, можно, не знаю, с чего начать, какую машину первую сделать. Вот, тут все есть, тут есть самолеты, всякие вертолеты, прочая фигня. Так, сделаю, пожалуй, на первое время, думаю. Может сделать какой-нибудь УАЗик? Не знаю, на первое время, может быть, нормально будет. Или вот такую вот. Но думаю, лучше УАЗик. Так, для этого, для того, чтобы сделать шины... Так, для того, чтобы сделать колеса, нам нужно сходить к Лёхе. У него там есть коровки. Да, бля, я упал. Так, есть коровки. Здорово. Здорово. Лёха, не одолжишь немного... кожи. Лёха, не одолжишь немного кожи? Мне нужна очень. Бля. Так, чуваки, перед съемкой я прописывал команду, чтобы убить мобов, ну, враждебных, но получилось так, что эти тоже умерли. Поэтому я сейчас их заново заспаунил, чтобы все было по-честному. Так, смотрите, нам нужна кожа для колес, поэтому убью 4 коровы, вот, и дальше расплодим их. Так, раз, два, три, четыре. Вот, больше нельзя. Теперь надо их скрестить. Вот, отлично. Так. А вот заодно и говядина, и одна кожа. Черт. Ну, надо ждать. Ждать тогда, пока коровы еще вырастут. И тогда мы сможем только наделать себе кожу. Кстати, пока там корова растет, я тут заметил одну фигню. Леха тут начал выращивать какао-бобы. Не знаю для чего, наверное, для печенек. Ну или красители каких-то коричневых. Ну, я могу ему вот сейчас, так сказать, помочь в этом деле. И насобираем вот бобов и обратно посажу. Так, ну, пошли отсюда в жопу. Сейчас расстреляем их. Во, отлично. О! Лёха! Отойди.
Во, Гуфи пока что скрафтил себе крутую пушечку, это вроде Мосинка с прицелом каким-то. Оба, пришли, пришли. Давай, Гуфи, готов? Давай-ка. Оба, расстреляли. Пошли, пошли дальше. Воу. Давай, 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 пошли, пошли, пошли. Во, еще тут. Давай, давай, стреляй. О, ай. Пауки, пауки. Пауки, пауки, пауки. Спасай. Гуфи, спаси, бля. Чертовы пауки. О, у меня два хп. Пауки, они как свинозомби, они все агрятся. Ой, надо Леху спасать. Давай, стреляй, стреляй по ним. Давай, Гуфи. Давай, фигач, 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 давай. Good work. Good job. А, у меня больше нечем стрелять. Так, надо посмотреть, коровы там выросли или нет. Я, кстати, уже надыбал с коров, вот, 8 кожи. Нужно сейчас еще сделать. А, и одно колесо сделал для теста, что работает или нет. Во. Тут как раз-таки коровы выросли уже. Так, надо раз, во, 10 кожи. Ага, оба, 11 кожи. Ну, вроде этого, вроде должно хватить. Сейчас заодно и посмотрим. Не, блин, еще одной кожи не хватает. Так, вот, отлично, уже надыбал 12 кожи. Еще сделал тут вот, чтобы похавать. То есть взял, так оба похавал. Короче, у Лехи будет вся еда. Он будет нашим, так сказать, добывальщиком провианта. Ну, вообще, у него тут реально прикольно. И теперь нужно делать сами колеса. Делаются они следующим образом. То есть, не-не-не, крутим вот так вот. И вот так посерединке. Так, нужно еще три колеса. Так, погоди, Леха, чай тебе помогу. Вот, отлично, 4 маленьких колеса готово. Теперь мы, в принципе, это готово. Нужно сейчас сделать еще сиденье. Надо посмотреть, как они вообще крафтятся. Так, сиденье. Сиденье крафтится у нас... Ага, еще нужна кожа. И, но зато целых 2 сиденья. А для УАЗа нужно сколько там, 5? Кстати, помимо всего, тут Гуфи еще сделал вот такой вот пост с пулеметом. То есть за него можно сесть и вот так вот крутить. Но он сейчас не заряжен. Так, вот так вот можно выйти. Фанни Гуфи что-то, чё? Да, он еще. Давайте посмотрим на его апартаменты пока что. То есть вот у него есть такая, так сказать. Ну, как это назвать, не знаю. Ну, калитка, короче, такая, типа. Большая какая-то. Так, внутри у него что есть? Есть вот такой вот гаражик, который вот так вот открывается. И собственный стол для крафт-техники. Не знаю, зачем по 10 штук их создавать, когда там все стоит. В сундуках у него нормально, нормально так. Ну, только в этом. Так, и тут тоже у него стоит пулеметная вышечка. Но только магазин опять не приляпан. Не знаю почему. И крест. А пока думаю заняться двигателем. Вот двигатель надо какой-нибудь поставить. Так, чем они отличаются? Ну вот, V6 думаю поставить, потому что он помощнее будет. Накрафтил, короче, этих зажигалок чертовых. Блин. Это надо было еще за гравием, короче, бегать. Так, и давайте создавать теперь эти поршни. Нужно сделать сколько там? 6 штучек, вроде как. Так, раз поршень, 2 поршень, 3 поршень, 4 поршень, 5 поршень и 6 поршень. Теперь выстраиваем, ой, не так, выстраиваем их в ряд и вот так проводим линию. Вот, двигатель V6 получился, отлично. Так, теперь осталось подождать, пока там эти вырастут коровы, собрать с них эту кожу, и все, можно уже, так сказать, сделать саму машину. Сейчас пойду удостоверюсь в точности крафта. Помимо всего, тут еще для УАЗика, да? Ну, я думаю, какой делать? Наверное, вот такой вот, потому что у него легче тут кактусы нужны. Вот, у него еще шасси есть, короче. Да, называется не шасси, я только что вот в этом, в туманяйтом все листал. Вот, маленькое автомобильное шасси, не понимаю, почему шасси. Ну вот, тут тоже нужна кожа и стекло. Стекло-то есть, а вот кожа. Сейчас надо пойти проверить наших коров и уже все сделать. Так, также нужно срубить еще кактусы, потому что они сейчас нам нужны будут. Так,
Раз кактусы. Два кактусы. Ага. Так, и переплавить их в печке, чтобы получился уже зеленый краситель. Во. Вот, и пойду проверю нашу скотину, как она поживает. Чёртовы скелеты, они... Блин. Они стреляют по коровам. Как вы видите, коровы, видимо, сдохли, поэтому вот такая вот фигня. Тут надо тоже дверь делать, чтобы не заходили. Ах, сука. Смотрите, чуваки, тут один челик скрафтил БТР. Можно в нем, кстати, покататься. О, еще один БТРщик едет. Что-то у нас БТРов как-то дохрена развелось. Это Гуфи. Ну, блин, БТРы минус в том, что они медленно ездят, но их можно использовать в... ну, против мобов каких-нибудь, типа, отстреливать там и все такое. Кстати, внутри там тоже есть внутри места в БТРах. То есть, ну, это прикольно. Там, кстати, еще наверху чей-то вертолетик стоит маленький. Но авиация пока что запрещена, поэтому не знаю, типа, чья это вообще хата. Вообще не понимаю даже. Не представляю. Наверное, это Гуфи хата, хотя нет. Не похоже. Воу-воу-воу-воу-воу, эй, куда? Ну ладно, я верну на место. Блин, смотри, чувачки, вертолетик сделали. То есть, ну, прикольно. Полетать можно. Ну, так как авиатехника пока что запрещена, пожалуй, я его уберу и положу этому челику в ангар. Наверное, это дом МС-грибочка. Авиатехника пока что запрещена. Так, а это Гуфи паркует БТР в свой дом. Он сюда вообще не влезает. Так, кстати, к сведению. Я уже тут накрафтил всего, и можно уже, в принципе, идти крафтить какой-нибудь УАЗик. Такс. Так, я тут запись приостанавливал немного. Так, вроде все собрано. Теперь можно наконец-то скрафтить этот УАЗик. Так. Ну что ж. Хоба, вот и УАЗик. Отлично. Давайте выберем какое-нибудь место, куда можно поставить УАЗик. И уже тогда будем смотреть на него. Так, ну вот куда-нибудь сюда я его поставлю. Вот как выглядит сам УАЗ. Вот такой вот он. Такс. Внутри у него керго-отсек вот такой вот. Это я выкину. Вот. Топливо вот так вот заливается. Починка и прочее. Так. Внутри крутится руль. Салон вот так вот выглядит. То есть все прикольно. Давайте попробуем поехать. Так. Ну, в принципе, едет. Ну, на таком движке он тоже нормально. Довольно-таки быстро. Но и то. Это потому, что я еще не выехал. Нужно как-нибудь найти выход. Как-нибудь вот так вот. Ой, бля. Что с ним такое? В общем, я вылез за забор, и давайте сейчас попробуем поехать куда-нибудь далеко-далеко, где мы еще не были. Вот теперь с этим, с транспортом у нас появляется возможность куда-либо путешествовать. А с воздушным транспортом появится... Ух, какие крутые возможности. Так, тут мы уже видим какой-то небольшой кратер, углубление какое-то. Тут мы еще вообще не были. Возможно, никогда. Так, вырисовываются какие-то пейзажи. Давайте куда-нибудь просто прямо поедем. Потому что вот просто чисто прямо назад это будет наш дом. Так, опять какие-то пейзажи, кстати. Он немножко подлетает. Хочется отметить. Так. Тут какие-то тоже поляны. Во, это что такое? Какая-то гора. Гора какая-то вырисовывается. Давайте попробуем на нее заехать. Получится ли? Блин, она слишком крутая, по-моему. Она слишком крутая, чтобы на нее заехать. Хотя нет, вот я заехал. Воу-воу-воу-воу! Не-не-не-не, обратно не надо. Тут какие-то две горы стоят непонятные. Ну, давайте спустимся вниз. Так, аккуратненько съедем вниз. Так, тут свин-паук. Его я трогать не буду. Кстати, карта сама представляет из себя остров. Вот, как мы можем видеть, тут находится вода. Такс. Так, тут какое-то углубление, и по идее здесь должно... Блин, я не хочу подъезжать, потому что тут лед, а дальше уже идет потепление. Так, какой-то, кстати, островок.
Вот. Не, машина реально, ну, неплохо так несется. То есть, вообще круто. Можно, кстати, еще на ходу, по-моему, стрелять. Нет, что-то у меня не стреляет. Ну да ладно. Нет, то есть вообще нормально, нормально так едем. Вообще прикольно. Во-во, мы какую-то гору увидели. А, это, наверное, та гора, где мы живем, не? Надо сейчас посмотреть будет. То есть вот давайте заедем. Во-во-во. То есть с транспортом, чуваки, появляются вот реально крутые возможности. Если тут наше поселение, то, ну, прикольно, я сейчас приеду обратно. Да-да-да. Ой-ой-ой-ой, не-не-не-не. Тут наше поселение. Давайте съедем немного в другое место. Кстати, наша машина, наверное, еще летать умеет, потому что... Да, это транспорт из Flens мода, и он вот так вот летит. Так как у него масса легкая слишком. Если бы он был тяжелый, он упал бы. Ну, это так настроен пак этого мода. В принципе, вот так вот мы можем поехать по отвесной... По отвесной... Бля. Вот так вот мы можем проехать по стене. Так, не-не-не, давайте снижаться уже будем. Блин, ну что это такое? Смотрите, машина просто летит. Как будто у нее там парашют где-то встроен в жопе. Оба, это что за табличка? Ну-ка. Давайте почитаем. Так. Здесь был Моррис. О! Моррис, привет! Привет, Моррис. Ладно, давайте дальше поедем. И уже еще немножко что-нибудь еще поизучаем. И уже будем сворачиваться обратно, ехать на базу. Нужно всякие, кстати, еще места придумать, там сделать какие-нибудь блокпосты и прочую фигню. То есть будет очень прикольно. Не все же время сидеть на одной точке. Так, вот тут тоже какой-то лесочек. Не, это не лесочек, это несколько деревьев, так сказать. То есть карта, она прикольно выглядит, реально. Мне нравится. Несмотря на то, что я ее сам рисовал, мне она нравится. Ладно, пофиг, возвращаемся пока что домой. Воу-воу-воу. Блин, в следующей серии, думаю, надо уже будет заняться авиатехникой. Вот, кстати, тут есть пруд. Ну, озеро. Это если вот так вот ехать, то мы приедем обратно домой. Так, где дом? По-моему, вот в той стороне. Сейчас это озеро объедем и по-любому его найдем. Кстати, вот максимальная скорость этой машины. То есть... Ну, приличная, приличная. Даже можем нажать F10, посмотреть. Тратл это максимум, просто. Максимум. Делали ее. Да, блин, где поселение? Ага, вот. Собственно, вот кратер, кратер. А машину я туда загонять не буду, потому что она оттуда потом не выйдет. Поеду-ка обратно в поселение. Нужно также сделать какие-нибудь ворота, чтобы можно было нормально открывать. А, вот, что-то подобное есть. Здесь, но только нужно выходить. Так, погодите, я застрял немного в камнях. Нужно выходить, чтобы ворота эти открывать. И за собой потом закрывать их. Так, давай въезжай. Закрываем ворота. И поехал я домой. Нужно также, ну, в следующей серии, я думаю, где-нибудь гараж сделаю. Вот. Встречайте, я еду на УАЗике. По-моему, тут даже есть у вас с пулеметом какой-то. Короче, припаркую пока машину здесь. Оставлю вот так вот. Прокатишь? О! Ну давай, давай. Опа. Ой, ой, ой. Блин, мы как какая-то черепаха, знаете, так прицепились. Воу-воу-воу. О! Ну ладно, пофиг. Летим, летим вниз. Что это такое? А это НЛО приземляется на военный объект. Уасик нужен фильм «Форсаж», да. Короче, я поехал домой уже. Так, давай, открывай дверь. Оба. Заезжаем. Да что ты на место засел? Лишь бы задницу посадить, этот грибочек. Все, я домой поехал. Все. Пускай меня тоже кто-нибудь катает. Это что я тут, как личный водитель какой-то? Так кто там в стиме пишет? Кстати, красивенько так выглядит все ночью. Загоню пока что, ну, туда же, вот так вот поставлю. Во.
Во, спасибо, было круто. Ну вот, чуваки, такие вот дела. Собственно, думаю, видос подходит уже к концу, потому что много снимали. Так, дверь закрывайся. Так, канистру я положу вот так вот. И там кто-то уже палит. Сейчас мы будем отстреливать всяких монстров. Так вот, чуваки. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Пишите положительные комментарии или отрицательные, в зависимости от серии. Всем удачи. Всем удачи, хорошего новогоднего настроения. И думаю, нужно будет уже открывать сервак для наших зрителей, чтобы туда можно было заходить. Но это уже будет потом, где-нибудь ближе к Новому году. Прям к самому Новому году. Кстати, напишите в комментарии, поставили ли вы уже новогоднюю елку или нет. Я лично нет. Она у меня ставится за... где-то за 5 часов, наверное, до Нового года. Вот такие вот дела. Так что давайте, чуваки, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И удачи!